Краеведческая экскурсия превратилась в путешествие по храмам. Красивые, а некоторые и богатые своей историей церкви с радушием принимали местных паломников, которые, хотя и были разного возраста, слушали и наблюдали с одинаково большим интересом. Организовала тур заведующая Мильковской библиотекой Анна Шмелева-Михайлова. Чем цена этой экскурсии? Она цена для тех, кто приехал в храм, в наше поселение, здесь остался, поселился, построил дома, но они не знают истории. И с большим откликом, вот сейчас посмотришь, не только взрослые, и дети стоят с открытыми ртами и слушают, слушают и слушают. Старейшая церковь Рождества Христова в селе Беседы. По преданию, она была заложена князем Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве. В XVI веке храм принадлежал усадьбе царя Бориса Годунова, что уже говорит о его исторической значимости. Для тех, кто приходит на экскурсию, участвовать важно, потому что дети и взрослые вспоминают историческое прошлое своей страны. То есть у них возникают патриотические чувства, которые впоследствии, конечно же, вливаются в любовь к своей стране. У храма Ксении Петербургской в Слободе историческая летопись только начинает писаться. Он открылся в прошлом году, однако сразу понравился прихожанам. Убранство церкви выполнено в мягких тонах, а его роспись будто добавляет света. Насте Мамонтовой запомнился каждый посещенный храм. Еще мне понравился храм предыдущий. Там можно было подняться очень высоко и еще позвонить колоколами. Участникам краеведческой экскурсии такой формат позволил получить новые знания об истории родных мест, которыми они поделятся со своими родными и близкими. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.